Минувшие выходные легендарная 139-я стрелковая дивизия опять брала высоту под Ржевом. Бои августа 42-го реконструировали участники исторического фестиваля «Волжский рубеж». Этот период войны историки впоследствии назовут «Ржевской мясорубкой». По одной из оценок, на дуге, которая опоясывает Ржев, протяженностью 250 километров погибло около 400 тысяч советских солдат. Чтобы частично восстановить события одного из самых кровопролитных этапов Великой Отечественной, в Чувашию приехали более 120 участников клубов исторической реконструкции со всей страны. В атаку! Поднимай людей! Справа, слева, центр прикрыть огнем! Тут уже переломный момент, когда инициатива стратегическая перешла к частям Красной Армии. От оборонительных боев мы переходим к наступательным операциям. У нас появился опыт боевой, которого не было в начале войны. Как говорится, немцы были нашими учителями. Плох тот ученик, который не превзойдет своего учителя. И это нам удалось сделать. Даже зная, что все это не по-настоящему, лежать в окопе и видеть направленное на тебя дуло – жутко. Участники говорят, они привыкли. У каждого своя роль, чтобы для зрителей все выглядело максимально реалистично. Занимаем резервные позиции на господствующей высоте. Ждем финальной атаки немцев, чтобы силой контратаки ее поразить. Сложнее всего, пожалуй, тем, на ком сегодня форма вермахта. Однако к своей роли Иван из Нижнего Новгорода и Роберт из Сарова подошли с педантичностью истинных немцев. Штык-нож к карабину. Лопатка складная. Не строимся! Фляжка, да. Там арама, на ней плащ-палатка, цельбан, колышки, котелок. Некоторые вещи того времени, некоторые просто новодельные. Сейчас целая индустрия. Люди занимаются историей. Сильный был враг, и мы показываем это. Именно на уровне и амуниции, и техники, снаряжения. То есть все моменты. Надо до пуговицы все показать правильно. Иначе, ну, как говорится, смысла мало. Итак, высота взята нашими. Поздравляю вас с победой! Ура! И, пожалуй, главное отличие реконструкции от реальной жизни. Тот, кто, как в стихотворении Твардовского, убит под Ржевом, под аплодисменты зрителей может поднять голову и посмотреть в мирное небо. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев. Республика.